Всем привет, ребята! Добро пожаловать в мир цветных чернил, маркеров, фломастеров, карандашей и прочей рисующей продукции. А знаете, какой сегодня замечательный день? Сегодня ведь огромный праздник, 14 июня. Я уверен, что многие из вас даже не подозревают о существовании этого праздника, а ведь сегодня вы можете нас поздравить. Сегодня Всемирный день видеоблогеров. Первый в истории блог появился в 1992 году, автором которого был американец Бернес Ли, который выкладывал на своей простенькой страничке заметки с новостями, и спустя всего 4 года этот формат стал очень популярен, и теперь многие перестали хотеть стать космонавтами, а желают быть видеоблогерами. Поэтому я с радостью приму ваши поздравления. Если кто-то из наших зрителей тоже является видеоблогером, я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Но вернемся в наш мир цветных чернил. И что же представляет из себя наш канал? Наш канал собирает и показывает рисунки, которые ты можешь прислать по ссылке. Где найти эту ссылку? Она есть под каждым нашим видео. Нажав на эту ссылку, вы попадете в контакт на нашу стену. Жмите оставить сообщение на стене, потом на значок фотоаппарата и загружайте свои рисунки. Если у вас много рисунков, загружайте их сразу в один пост, чтобы наша лента меньше растягивалась. Присылать надо собственноручно нарисованные рисунки, они взяты из интернета. О, Бенди, я тебе не помешал. Ты глянь, кого я нашел у нас в коридоре. Мать моя чернильница, Борис, ты почему розовый? Ох, это очень долгая история, такая же, как и история видеоблогинга. Ты знаешь, история видеоблогинга не такая уж и длинная. Ничего-ничего, я готов хоть весь день слушать рассказ о том, как Борис стал розовым. Во всем виновата Алиса и Сэмми. Я так и знал, что это Алискиных рук дело, и Сэмми даже поучаствовал. Она всегда хотела из тебя пуделя сделать, так как ей это удалось? Дело было так, встал я сегодня утром, хотел искупаться в своей ванной. Круть-круть кран, а воды-то нету. Иду я, значит, к Сэмми, спрашиваю, в чем дело, а он и говорит. Я перекрыл воду на твоем этаже сегодня, там трубы менять будут, иди в моей ванной купайся. А я ему и говорю, нет-нет, спасибо, я лучше подожду. Долго ждать придется, менять 3 дня будут, иди в мою ванну. Бенди, ну ты видел его ванну? Ой, нет, не видел. А что, у него там мыла нет или шампуня? Или у него тоже воды нет? У него есть все. И мыло в виде твоей головы, и шампуньки с твоим изображением. Даже на шторках у него в ванной ты нарисован. И что, поэтому там купаться не хочешь? Да нет, просто у него из крана вместо воды чернила текут. Ты представляешь, как можно быть чистым, искупавшись в чернилах? Так Сэмми же чернильный человек, все логично. Но я пока не вижу причины твоей розовости. Если ты купался у Сэмми, ты должен был стать черным. Нет, я бы стал цветом радуги, у него цветные чернила из крана текут. Короче, я ушел от Сэмми и стал думать, куда пойти. И тут вдруг Алиска идет по коридору с пакетом и говорит: «Привет, Борис, будь другом, отнеси в мою комнату этот пакет. Я очень спешу, Бендичка просил новостей побольше сделать к новому выпуску». И я тут такой думаю, вот где я буду купаться. У Алиски самая красивая ванна. Куча пузырьков с пахучими шампуньками. Да еще она мне целый пакет дала с гелями для душа. Пришел я такой к ней на этаж, набрал воды. А ты ж знаешь, я люблю ванну с пенкой. И давай искать эту чертову пенку. Вот тут-то мне и попался красивый розовый бутылек с пузырьками на картинке. А написано там все по-китайски, иероглифы какие-то. Но я думаю, раз пузырьки нарисованы, значит пенка для ванны. Зафигачил воду весь бутылек и просидел в этой воде полчаса. Потом такой раз пытаюсь это все смыть, а она не смывается, зараза, это розовая пенка. А тут как раз Алиска вернулась, смотрит на меня и давай ржать как конь. В итоге оказалось, что это тоник для волос. Алиска сказала, что через 3-4 купания это все пройдет. Борис, да зачем тебе 3-4 купания? Тебе идет очень розовый. Он же всегда в моде. Ты никогда не проиграешь, если выйдешь с розовыми волосами на улицу. Ну уж нет, я в комнате посижу, пока воду дадут. Это была поучительная история о том, что надо учить китайский язык, чтобы читать все, что написано на пузырьках. А то так можно вообще без шерсти остаться. Вдруг там кислота бы какая-нибудь у нее была. Ага, вот и я думаю, что мне еще очень повезло. Да-да-да, тебе повезло. Хорошо, что наши художники пишут по-русски. Я могу прочитать абсолютно все, что они написали. Но сначала мы с вами побудем актерами. Представьте, что вы Шерлок Холмс. И сейчас мы с вами будем разгадывать картинки-загадки. Итак, берем трубку в зубы, монокль в глаз вставляем, одеваем шляпу Шерлока Холмса. У кого есть костюм, могут одеть костюм. Не-не-не, закуривать трубку не надо, не надо, положи спички. Курение вредно для здоровья.
Ну, по крайней мере, Минздрав предупреждает. Итак, мои дорогие Шерлоки Холмсы, вы готовы разгадать все тайны, которые нарисованы на этих картинках? Итак, самая легкая из этих тайн. Посмотрите внимательно на меня и угадайте, что за ютубер изображен на этом рисунке. Картинка загадка номер 2. Что это за город Украины? Вася потратил на это полчаса, так что, пожалуйста, разгадайте, что же это за город. Картинка загадка номер 3. Откуда эти парни? Подсказка. Их имена Гарри, Мэнни и Робин. Следующая картинка загадка. Кто это? Я даже не догадываюсь, кто это, но наверняка она из какой-то игры. Еще одна картинка загадка. Из какого мульта этот перс и как его зовут? Автор надеется, что это было не слишком сложно. Я, например, его не знаю, признаюсь вам честно. И последняя картинка-загадка для Шерлоков Холмсов, которые любят Майнкрафт. И кто смотрит Майнкрафтеров, угадайте, пожалуйста, какой Майнкрафтер здесь сделан из пластилина? В нашей ленте даже мини-фандом из пары художников образовался, посвященным этим двум Майнкрафтерам. Любовь к ним сильна настолько, что авторы перерисовывают старые арты с их участием. Но не только они одни любят редравы, посмотрите сюда. Особенно те, кто сомневается в своих способностях и кто считает, что никогда не научится рисовать. Вот вам примеры того, с чего начинали некоторые ребята. И чего они сейчас достигли? Конечно, не у всех прогресс происходит в считанные месяцы. Кому-то нужно год, кому-то два, кому-то может быть даже три, а кому-то и четырех не хватает, чтобы развить умение рисовать. А собственный стиль вообще можно искать всю свою жизнь и никогда его не найти. Главное не быть лентяем. Так что не теряй времени, бери карандаш в руки и прямо сейчас начинай рисовать меня. Опачки, а почему это тебя? А потому что я главный ведущий. А я главный ведущий по критике. А я главная по новостям. А я главный во всей студии. Так, все поняли, кого рисовать? Рисуем Сэмми. Меня можно так, на заднем плане, в виде картоночки изобразить. И вообще, мой лорд, Олли хотел здесь прибрать. Новое оборудование требует бережного ухода, а у вас тут пыль в сантиметр. И вообще, что за срач кругом? Это не я, Сэмми. Так, на кого бы все свалить? О, точно, это Инки приходила. И это она все тут разбросала. Вон ее штаны валяются, вон ее кофта валяется. А еще Дэш приходила, ей помогала тут мусорить. Да-да-да, это точно они были. У Ники было день рождения, с чем мы ее и поздравляем. Гости ее насвинячили тут, видишь, все разбросали. А Винди вообще тут котов дрессировал. От них вон, смотри, сколько шерсти осталось. Мой лорд, а кости от курицы кто разбросал? Тю, Сэмми, так это Санек приходил со своими гастерами-бластерами и показывал, как он костями жонглировать умеет. Это все он натворил. А стену краской кто испачкал? Это тоже не я, это не я, это Белл Шифр с подружкой приходил, он ей магию тут всякую показывал, как он умеет владеть красками. И чихнул во время эксперимента неудачно, и опля, все на стену полетело, так что это тоже не я. А что у вас на полу творится? Вы опять в обуви ходили, почему столько следов? Да что ты, Сэмми, что ты? Это все пони. Я им говорил, вытирайте свои копыта, когда в студию заходите. Да разве меня кто слушает? Они же все королевских кровей у нас. Говорят, не царское это дело копыта вытирать. Вот и понатоптали. Хорошо, мой лорд, я, кажется, все понял. Крошки от кекса это, наверное, Чика разбросала. Никак иначе не вы. Звездочки на потолке, наверное, эта красавица нарисовала. Точно, точно, я б туда не дотянулся, и лестницы у меня нету, а со стула я тоже не дотягиваюсь. А кожуру от бананов, скорее всего, ангелочек набросала, вы же тут ни при чем? Конечно нет, Сэмми, вообще, ты как гестапо пытаешь меня тут, а передачу кто вести будет? Потом уберешь, потом приходи после эфира. Но вы посмотрите на этого святого, он вообще ни в чем не виноват. Да это же все ты сделал, и краску ты намазал, и звездочки ты нарисовал. Иксуша, тише, тише, не пали контору, я потом обязательно все уберу, ты главное Сэмми не рассказывай. Смотри, мне не уберешь, я на тебя настучу. Не-не-не, я обязательно все уберу, все будет блестеть. Алиса, у меня для тебя есть предложение, если ты будешь работать целую неделю, Верка тебе подарит 1000 платьев. Правда? Я ради 1000 платьев на все готова, даже почку свою отдам. Хотя я бы, наверное, лучше почку отдала, чем работать, но могу и поработать. Алиса, тут еще вот одно предложение есть. За 500 рублей тебе 5 платьев продают, но еще плюс новости. О, ну 500 рублей это небольшие деньги, а вот новости составлять что-то не очень хочется. Но я обязательно их сделаю, только в следующем выпуске. Ну конечно же, в следующем выпуске, у тебя каждый раз в следующем выпуске. Но ничего, мы подождем, у нас ребята умеют ждать. О, Бенди, смотри, видишь, сатана. Борис, какой нафиг сатана? Ну, присмотрись внимательно к Сэмми. А вдруг Сэмми брат Гитлера?
Что за ерунду вы там городите? О, давай валим отсюда, пока не поздно. Не спорю, Борис, но ты сам беги, а мне-то еще почитать надо. О, ну ладно, я тогда побежал. А ну-ка иди сюда, блохастый, ты как меня назвал? Да-да-да, Сэмми, это он тебя назвал, я тут вообще ни при чем. Ну что, ребята, гоу знакомиться с новенькими. Например, Гатлин, которому 21 год, он попал в аварию 8 лет назад. Ранее был спортивным, но ему пришлось все забросить, обожает собак, он добрый, ему предстоит еще куча операций. Он комплексует из-за того, что не может ходить, глаза у него разного цвета. Друзей у него особо нет, иногда с ним даже боятся разговаривать. Читает характеры людей как книгу, группа крови у него 4-я. Это обновочка Винсента МакОлдриджа, ему 12 лет, день рождения у него 30 июня. С днем рождения тебя, с наступающим. Вес 45 килограмм плюс 10 килограмм металла, страна Англия, Россия, пол мужской. С начала мая он стал параноиком, программист, игродел. Все считают его бездушной машиной. После паранойи он не ходит без бензопилы. Высшая матиша, как смысл его жизни. Обожает хэви-метал и панк-рок. Любит драться с создалкой, но любит его. За грамматику просто убьет. У него в несколько раз меньше чувств, чем у человека. Боится всех и никому не верит, но очень общительный. Никогда не отказывает в помощи. Живет за счет заряда и интернета. Боится воды. Он даже совершал попытки захватить человечество, любит обнимашки и влюблен в язык программирования. Вот такой вот интересный человек у нас Винсент. Это давняя жительница нашего мира по имени Альгира или бывшая розовая кошка. А вот так вот Альгирочка выглядит в виде человека. Очень прекрасная милая девушка с белой кожей получилась. Знаете, если ты из детдома, то все необычно. И, кстати, меня зовут Белина, мне 16 лет. Мы рады тебя приветствовать, Белина. У нас много-много народу, так что ты обязательно найдешь себе друзей. Лили, которая любит природу, свою семью, а не любит она ничего, истории у нее нету, раса ангел, и у нее есть свой котик. Наташка, которая не любит внимания в свою сторону. Ладно, все, отворачиваемся все, не обращаем внимания на Наташку. А эту милую девочку зовут Тася, она веселая, иногда печальная. Любит она яой, друзей, доки-доки, 13 карт, котиков, рисовать, вару и зонта. А не любит она одиночество, ее любимый цвет это фиолетовый. Это слияние Кати и Наташи, у них два разума и одно тело. Любимый шип Вероники, Генри и Сэмми. Генри говорит, ну кто тебя просил идти в драку? С кем Сэмми дрался? Музыканту вообще драться не положено, ему надо руки беречь. Мария, 38 лет, один рост 62 сантиметра. Я смотрю, Мария поправилась, стала поплотнее. Молодец, Владик, начал персонажей своих кормить. Забавно получилось. Я не знаю, что там у него забавно получилось, но выглядит он немного странно. Возможно, он нарисовал какую-то картину красными красками, и поэтому он очень доволен. А это Альгира, вампир женского пола. Вид у нее не в дроп. Сейчас я вам историю прочитаю. Когда-то была станция душ, где привозили души монстров. Они были разных цветов. Цвет показывал, насколько силен монстр. 7 июня 2004 года взорвалась эта станция, и все дети играли на дворах, и души начинали вселяться в этих детей. Но розовые души не трогали детей. Была девочка Лена, она нашла в траве ту самую розовую душу, и душа поглотила ее, и стала не монстром, а невдропом. Невдропы очень сильные существа, и они могут атаковать обидчика. По городу прошла новость, что если найдешь монстра, то тебе дадут 10 тысяч долларов. Все монстры убежали очень далеко от людей, и Лена тоже убежала. Она долго думала, что ей делать, но душа ей сказала, теперь тебя зовут Альгира, Леночка. Лена согласилась на это имя. Потом она вернулась в тот город, где нашла эту душу, но охотники стали стрелять по ней и попали ей в глаз. Душа дала отпор охотникам и нашла способ исцелить глаз, но глаз превратился из розового в серый. После этого Альгира создала свой мир, потому что люди покинули этот город, и там осталась одна Альгира. И все невдропы со всего света стали приходить в этот город, а для людей этот город стал запретной зоной. Невдроп – это существо, которое имеет 4 или 3 животных вида, или как это называется, мутация. У них есть магия, но они используют ее очень редко, только в бою и на важных случаях. Вот такая вот интересная история у Альгиры. А это искра, электрическая кошка, состоит она из электричества. Любит хозяйку и все электрическое, не любит эгоистов. Характер у нее когда как, способности не такие.
до конца еще изучен, и ей всего лишь один годик. Сори, но я не Микс, я Александр, его брат. Ё-моё, как вы похожи, говорю я. Они очень похожи, они просто один в один. Наверное, они братья-близнецы, поэтому я их перепутал. Но мне простительно кого-то с кем-то перепутать, потому что вас столько много, а я-то всего лишь один. А это встреча двух сестер, Бендины Демонессы и Ани Бельчинак. Они очень-очень были рады встретиться друг с другом. Почему это случилось? Что я такого сделала? Почему хозяин меня убил? Так, давайте подумаем логически. Если бы он ее убил, она бы сейчас ходила и разговаривала? Нет, значит, она стала привидением. А я, например, всегда мечтал стать привидением. Она теперь может с того света охранять свою хозяйку. А это Свете приснился страшный кошмар. У нее Алиса просит: «Светик, ну сшей мне платье». И тут хобана, появляется еще одна Алиса и говорит: «Ну уж нет, я первая». И все, и тут Света в ужасе просыпается от сознания того, что Алиса не одна, что их уже две. А тут, значит, такая история: идут две девчонки по лесу, одна другой говорит: «Так, что ты мне хочешь показать?» А другая говорит: «Сейчас увидишь. Во, смотри, там разбитая машина в лесу». И она такая: «Вау, нифига себе, разбитая машина!» Ну я понимаю, если бы она ей вот такого лося там показала, какого-нибудь навороченного с крыльями. Но там же всего лишь разбитая машина. Ну, подумаешь, в лесу валяется. Но если бы они самолет хотя бы нашли. Ну, мы подумаем об этом в следующий раз. А сейчас у нас Эйзар, ей 14 лет. Она любит печенье, не любит апельсины, хамов и тому подобных. Дополнительно она боится пауков. Она клаустрофоб, боится замкнутого пространства. Ее создал тайно от всех Джоуи для экспериментов. Он делал ее, думая, чтобы ставить над ней эксперименты. А когда он пришел, она была без сознания. Он подумал, что Эйзар умерла. И тогда решил экспериментировать над Бенди и Борисом. Возьмете ли вы ее? Если да, то Бенди, отправь кого-то в подвал. Она там заперта. Сэмми, сбегай в подвал. Открой дверь, пожалуйста. В моем тихом омуте водятся звери. Нет, вы не угадали, не черти там водятся. У кого-то черти, а у кого-то водятся звери. У нас, кстати, тоже много зверей очень водится. Наша королева всех животных, Альфина, покинула нас не знаю куда. И поэтому мы остались без королевы. Нам, наверное, пора найти новую королеву для животных, чтобы она за ними смотрела. Имя Линориум, 14 лет, любит веселить всех, не любит, когда кто-то расстраивается, потому что она становится как все остальные. В детстве Линориум жила со своей семьей. Когда ей было 7 лет, она лишилась родителей во время пожара. Линориум попала в детский дом, но когда ей исполнилось 14 лет, Линыч взяла ее как вторую сестренку. Вот так вот и появилась Линайт. То есть она была Линориумом, ее взяли к себе, и она стала Линайдом. Запутанная темная история. А это у нас Лори или Лорика, ей 10 лет, она фури-кошка-неудачница. Любит она своих друзей, запах спирта, рисовать и рисунки от Надьков. Не любит она сьюху эгоистов, питомец у нее Искорка. 61-й перс по имени Элья, раса русалка, 19 лет. Она любит море, Рокси и Дину, как своих подруг, а еще ракушки и тропических рыб. Не любит она аквариумы и рыболовов. А эту безрукую прелесть зовут Карла. Она была найдена в подсознании автора, а уже сам автор воссоздал ее. История: Карла была такой с рождения, то бишь имела магию, летающие руки и тому подобное. Характер спокойная и сдержанная. Любит она неоновое освещение и заброшки. А не любит она слишком навязчивых. Семьи у нее нет, а дальше не понял, что написано. Вроде бы она общается только жестами. А на сцене появляется Стив, 20 лет. Он пуська, любит необычные шарфики и не любит свои глаза. И поэтому он не показывает, видимо, свои глаза, и мы их не увидим. Но зато мы увидели, какой у него прекрасный шарф. А дальше у нас пошла рубрика «Докопайся до столба». Выбирали самых оригинальных, так что при ответе будьте оригинальными. Почему ты такой злой? Мангл, прошу тебя, не плачь, я сделаю для тебя все, что захочешь. Почему ты такой злой? Снова? То я грубая, то я злая. Какой вы меня еще назовете? Я даже ничего не делала. Почему ты такой злой? Во-первых, я не мальчик, а девочка. И я не злая, я веселая. Почему ты такой злой? Дай мне энергию, я успокоюсь. Ты че, умный? Ое, детка. Сахар верни, плиз. Сахар? О, у меня нет сахара. Сахар вернул, плиз. Какой тебе сахар, дружок? А можно я тебя поцелую? Можно, но я думаю, ты все равно этого не сделаешь. Можно я тебя поцелую? Нет, нельзя. Можно просто обняться. Ха, я выше тебя. А может, ты уже слезешь со стула, а? Очень жизненная ситуация, особенно для таких, как я, коротышек.
А вот Моруку явно высокая девица. Она вон какая длинная. Она любит музыку, рисовать и ютуб, а не любит она себя. Ей 14 лет. Ну, в 14 лет никто себя не любит. А мы шли-шли-шли и постепенно добрались до конца нашей передачи, потому что сейчас наступает ее конец. А также в этом выпуске мы показали все рисунки, которые нам прислали за май. Не считая 33 рисунков на критику, которые выйдут отдельным выпуском. Если вы присылали свой рисунок в мае, но не нашли его здесь, то значит вы его пропустили где-то в предыдущих передачах, а может быть даже и в этой пропустили. А наш мир цветных чернил желает вам огромного вдохновения. Скоро мы подведем итоги конкурса «Нарисуй Гену Чебурашку вместе» и отберем кандидатов для голосования, а вы проголосуйте, кто же больше всего вам нравится. А с вами был Мир Чернил, и я Бенди. Всем пока-пока!